обзор будем делать вот на эту тачку. Ничего, оттуда он спустился, даже никаких повреждений. Чуть-чуть бампер поцарапал. А это вообще хуйня. Не знаю, правда, как она будет. Как внедорожник эта машина. Она что-то шибко длинная. Не знаю, передний мост у нее вообще работает, нет? Ну, должен так-то. А фера там. Передний-то не работает. Вон, везде бьется. Не знаете, где у него передний привод? Ебать, блядь. Хотя нет. Неплохой внедорожник. Ебать. Да ну нахуй. Вот и плохой внедорожник. Она просто ебашит везде. Не знаю, какой внедорожник заедет на эту стену. Да никакой нахуй. А как тут? Ну вот. Под каким углом гора? Просто остановились, поехали. Остановились, поехали. Вообще похеру. Хороший внедорожник. Захотели. Вышли. Вдруг вам пришлось прям на горе, блять, повоевать. Мало ли. Ну ты куда, ёб твою мать? Инвалид-то ёбаный. За пулемет ты сядь, господи Иисусе. Ой, блять. Блять, этот мой мегапрыжок не мешает. Ну ладно, хуй с ним. Ты куда покатилась? Надо, короче, в СТО заехать, ручник подтянуть. Так, или бы еще в горах испытали бы. Ну так, в принципе, тачка крутая.